Орехи. Нет, орехи. А, ну так нечестно. Мона, Алена. Я только арбуз купила. Смотри. Почему ты меня не назвала Ксюша? Привет. Как дела? Молоко. Всем привет. Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Мы сейчас в отпуске в Испании и что-то давно не снимали видео. Вы нас очень просили снять какой-нибудь челлендж. И как раз сейчас мы решили пойти за покупками. Челлендж мы будем снимать в магазине. Мы будем покупать продукты на первую букву нашего имени. Я Маргарита, покупаю на букву М. Я Ксюша на букву К. А также с нами будут участвовать мама и папа. Папа Л, а мама А. Ну что, ребятки, поехали. Так, вообще-то арбуз на букву А, так что арбуз беру я. Да. А вы идите ищите на свою букву. А папа у нас ищет на букву Л. Это тебе. Но папа будет искать на испанском языке. Хорошо. Потому что русский он не знает. Русский он не знает. Да, мы по-русски. Давай быстрей. Манго, манго, манго. Давай, только выбирай нормальное. Киви? Ксюша, киви, да. Нет, лимона, нет лимона. Папа хотел лимон купить. Нету, пойдем дальше. Ксюша, давай, доставай. Маргарите повезло. На букву М. Давай еще выбирай вот эти вот маленькие, на. Это нужно масло. Масло? Я взяла колбасу. А, колбасу взяла? Масло, я конфеты. Мороженое взяли. Конфеты. А что мне еще на А есть? Ну, арбуз я купила, а еще что есть? А. Орехи. Нет, орехи. На О. А. Я не знаю, что есть на А. Апельсины. Кетчуп, Ксения. Смотри, я увидела кетчуп. Это что? Это крабовые палочки? Ксюша, крабовые палочки на К. Так, в общем, я сегодня, мне кажется, проиграю. Я ничего на А не могу найти. Это непросто, оказывается. Молоко, Маргарита. А какое нам надо было? Не знаю, какой-нибудь это... Лечит, не знаю. 2,5. Ты же большую такую не возьмешь? Да. Угу, давай иди. На Т тортик. Нет, никому не выпадает буква Т. Кексики тебе попадаются. Я, между прочим, практически ничего не купила. Вот кексик на. Так что это нет? Нет, это Ксюша. Ну а тут написано М. Нет, это кекс. Это кекс. А, ну так нечестно. Я только арбуз купила. Смотри, апельсины я еще купила. Давайте, давайте, выбираем. Киндер это Ксюша купила, потому что Ксюша на киндер. Киндер сюрприз. Конфеты тоже Ксюша, конфеты. Почему ты меня не назвала Ксюша? Почему я тебя Ксюша не назвала? Апельсиновый сок. Я могу взять апельсиновый сок? А? Апельсиновый сок. Да. Ксюша может какао взять. Какао. Давай, давай, ищи на М. Что такое на М? Так, мы Маргарите еще нашли моцареллу. А больше здесь ничего нету на М, да? А на А? А что такое матато? Мато. Я не знаю, что такое мато. На А ничего нет, забудь. Ксю, Маргарита мне нашла ананас. Ура! Ищи давай, авокадо. Нету. Мне одну упаковочку. Так, все, идем. Где наш папа? Привет. Я нашла ананас. Там еще какао было, Ксюша. Ты какао не взяла? А? Какао не взяла? Нет. И креветки. Креветки тоже не взяла? Нет. Так. Значит, мы должны много молока взять. Давай, бери какао. Купи Несквик. Несквик лучше возьми, да. Да, маленький. Все? Их надо открывать. Это готовить надо креветки. Ну их надо открывать, папа хочет. А, хочешь, чтобы они это. Кто выиграет, получится. Давай, ты будешь съедать всю еду. Картоха фри давай доставай.
Какую маленькую? А? Маленькую. Не знаю, какую-нибудь доставай. Да, нам такую хватит одну. Да, вот такую хватит. У нас много. Все. Она большая. Все, пошли. Все, папа ничего не нашел? Маменькую трассу надо? Все, ребят, мы закончили. Пойдемте. Она хочет макаронов. Все, едем домой и смотрим, что же мы взяли. И кто у нас выиграет. Как ты думаешь, кто у нас выиграет? Мне кажется, я. Но... Мы пришли в Меркатон. Да. Только я себе почти вообще ничего не нашла. Я не знаю, что нашел папа. Сейчас посмотрим. Приедем и посмотрим, что же он выбрал. Ксения, очень много. Ксюша вообще чуть ли не весь магазин на букву К, сначала, честно. Когда мы хотели взять это видео, Ксения думала, нет, я и папа проиграю. А теперь Ксения выиграла. Ксения выиграла в итоге. Проиграли. Ксения больше плакала. Думала, что она не выиграет. Я не понимаю мою мотырынку. Ну что, ребята, мы вернулись с магазина. И давайте же посчитаем, кто у нас купил продуктов больше. Привет! Как дела? Молоко. На молоко. Лео. Лече. Спасибо. Вот и все, что наш папа нашел на букву Л. Угу. Папа искал на испанском языке. Лимон не было. Да, лимона не было. Ну, в общем, папа купил у нас только лече. Вот, видите, написано лече, молоко. Давай теперь мое посчитаем. Да? Вода с лимоном. Да, вода с лимоном. Ну, это вода, не знаю, это как напиток. Но я не думаю, что это на букву А. Просто мы нашли на А, ну ладно. Я не знаю, считается или не считается. Арбуз, где мой арбуз? Арбуз на балконе. Он там на балконе. Я купила арбуз, ребята. Ну ладно, не надо тащить. В общем, считаем. Один арбуз, ананас, авокадо, тертое авокадо, да, и еще авокадо. Это как считается, за одно или за два? За два, потому что разные? Да. Или нет? Да. Ну хорошо, давайте. Ты. Так, купила я еще вот такой вот апельсиновый сок на А. Апельсиновый сок. И апельсины. Свежие. Шесть. Так, значит, шесть продуктов. Все. Ну что, теперь Маргарита, показывай. Считаем. Манго. Манго. Один балл. Молоко. Молоко, как папа. Тоже считается 2 балла. Макароны. Макароны тоже считаются. 3 балла. Моцарелла. Моцарелла. 4 балла. Мороженое. Повезло. Очень много. Да, Маргарита очень много мороженого взяла. Мы не будем там освобождать морозилку. Морковка. Морковка. 6. Ага. Масло. Масло. 7. Ты на 1 балл меня обогнала. Да. На 1 балл, да. У меня 6, а у тебя 7. Все, Маргарита, у тебя 7 баллов. Посмотрим скорее. У нас осталась Ксюша. Так, ну что, теперь Ксюша показывает свои покупочки. Кетчуп. Кетчуп. Один. Киндер. 2. Киндер сюрприз. 2. Крабовые палочки. 3. Каламары. Кальмары. 4. 4. Кекс. 5. Кукуруза. 6. Читай. Киви. 7. Креветки. 8. И какао. 9. Конфеты. И конфеты. 10. Ксюша у нас победила. Это все мое. Ксюша у нас победила в этом. Ксюша победила в этой игре, в этом челлендже. Я думала, что я проиграю, потому что капочку. На К на самом деле очень много. Очень много. Хирос. Это папе у нас не повезло. Да. В общем, первое место Ксюша, второе Маргарита, третье мама и четвертое папа. Поздравляем. Самая маленькая первая. А теперь приятного аппетита всем. Спасибо. Мама. Кофе дай папе. Я не буду. Что? Хочешь через зеленый чай? Почему зеленый чай? Не знаю, что это. А Макс Клина. Наскар. Сарочек. Я не буду. Куда?
Макс? Все? Я не буду. Ладно, ребят. Мы будем кушать. Да. На этом наше видео заканчивается. Да. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока!